В этом выпуске мы отправимся в укромный уголок Самарской области, село Утевка Нефтегорского района. Это место очаровывает своим сельским колоритом, а природа окружает тишиной и спокойствием. Во второй половине 19 века село получило известность на всю страну благодаря одному из жителей. Его вдохновляющую историю мы расскажем сегодня. В 1858 году в благодатном и красивом месте селе Утевка родился удивительный человек Григорий Журавлев. Поскольку он от рождения был лишен рук и ног, судьба оставила ему мало шансов прожить полноценную жизнь. Но, отобрав одно, она наделила его великим даром к рисованию. Рисовал он с кистью в зубах. Его приглашали писать царскую семью, а иконы его работ находятся далеко за пределами России. Григорий родился в крестьянской семье, и его увечье стало большим ударом для матери. Она хотела отказаться от младенца с атрофированными конечностями. Однако ее остановил дед мальчика, Петр Васильевич Трайкин, который пообещал взять Григория на свое попечение и заботиться о нем. Мальчик рос веселым и добродушным, с ним дружили соседние мальчишки, охотно брали его с собой гулять и играть. Больше всего маленькому Грише нравилось ходить в церковь, подпевать молитвы, подолгу разглядывать иконы. И однажды, глядя на лик Мадонны, у него появилась мечта – самому рисовать образа. Для человека в его положении эта идея кажется странной, но Григорий взялся ее воплощать. Григорий очень хорошо пронес свою мечту. Вот он шел к своей мечте. Ведь смотрите, человек, который вот такого типа, у которого какие-то проблемы в жизни со здоровьем, место его, в принципе, определено. Он не будет голодать. Он либо будет вот на милости людей, то есть ему будут помогать, либо он будет выступать в цирке, в каком-то месте, который будет его кормить. Григорий, вопреки тому, что вот ему судьба предложила, он мечтает стать художником. Дед сыграл большую роль в воспитании и образовании ребенка. В 9 лет с его помощью Григорий начал ходить в школу, где проучился 2 года. Там он учился писать и начал пробовать рисовать, держа карандаш в зубах. Как только оказываются они в том доме, где живет художник Травкин, который вот по стечению вот звезды сошлись, пришел посмотреть, что же там за коллегу привезли, который как-то что-то такое рисовать пытается. Он все, что мог, он так смотрел на Травкина. Такое было желание невероятное, что Травкин, который на 30 лет его старше, просто не мог уйти от него. Он начал ему показывать, как нужно работать профессионально. И Григорий вот это все берет. В 22 года Журавлев успешно окончил Самарскую мужскую гимназию экстерном, причем с отличием. На занятия его водил брат Афанасий, который после смерти матери стал для него настоящей опорой. Он кормил Гришу, помогал ему мыться, носил на учебу и в церковь. Все эти годы Григорий активно практикуется в рисовании. Люди замечали, что он делал это просто необыкновенно, необыкновенно виртуозно. То есть он приспособился, он корневыми зубами держал и резцами, и немножко наискосок получалось, но зато тверже. И поэтому он мог несколько часов не попускать изо рта. Потом приходилось прикладывать горячие полотенца, чтобы, значит, снять спазм лицевых мышц. Большую роль в судьбе художника сыграл самарский губернатор Александр Дмитриевич Свербеев. Их знакомство случилось в 1881 году. Когда Григорий уже тут уже рисует, у него получается, иконы получаются, его уже зовут здесь Григорий Николаевич в селе. И тут губернатор приезжает по своим делам, он увидел Григория и понял, что это человек необыкновенный. И понял еще, что учиться сложно вот как бы вот в этом виде. И поэтому не берут и пытаться не стоит. Но он понял, как ему можно помочь. Он приглашает Григория к себе, и тот, набравшись вот храбрости, простой крестьянин, он едет к нему пожить. Он начал его возить, показывать святыни, показывать какие-то иконы, книги. Он начал его развивать вот таким образом. То есть вот Григорий по этим впечатлениям, он копирует. Специалисты сейчас пишут, что вот по типу как бы подготовки, потому что вот в нем есть, это копиист.
Но в этом ничего плохого нет. То есть все художники, в принципе, они все проходят этот путь копирования. Это просто необходимые условия. Но когда мы замечаем, смотрим вообще, что такое написал, что нам оставил Григорий Журавлев, мы видим, сколько души в этих иконах, какие глаза. А уж если портреты его посмотреть, то это вообще необыкновенно совершенно. После нескольких лет работы в стол Григорий решил показать свои работы людям. Отец отвез несколько икон в Самару, и они понравились местным чиновникам. Григорий становится знаменитым после того, когда вышла статья в Самарских губернских ведомостях в 1885 году. После этого назначает ему первую пенсию. Это уже государственная помощь. 6 рублей серебром в год. И Григорий после этого получает серьезные заказы. Заказы уже, за которые платят деньги. Он теперь серьезно поддерживает семью. Журавлев обратился к губернатору с просьбой передать цесаревичу Николаю, будущему императору Николаю II, специально написанную для него икону святителя Николая Чудотворца. Цесаревич принял писанную крестьянином икону и пожаловал ему 100 рублей из императорской казны. Но тут приходит приглашение. То есть какие события произошли? Неожиданно умирает Александр III, и царем становится его сын. И вот он как раз вспоминает, ведь у него была во владении, в его личном пользовании икона нерукотворная. Тогда очень верили в это. Тогда люди были более крепкие. И он понимал, что этот человек может помочь укрепить. Да? И он приглашает Григория. Вот эта легенда, нигде не записанная, не закрепленная, это только рассказанная утевцами. Нигде это не написано. Но пусть кто-нибудь оспорит. Почему? Потому что есть материальное подтверждение этому. Есть подарок, который он привез от царя. И вот эти рассказы о том, что вот Григорий приехал очень прославленный, что у него путешествие было такое, что из которого можно было не вернуться, что он долго жил в Петербурге, что он писал портрет царской семьи, что выполнял заказы императрицы. Вот, и в благодарность царь подарил ему учебник. Учебник, которого удостаивался такого подарка редко кто. Это было издание 1846 года. Оно расходовался, и этот запас вот этих вот гравюр, созданных Агиным и Афанасьевым, для того, чтобы поддержать особо отличившихся художников. И Григорий получает вот этот альбом-гравюр в кожаном переплете. На торце золотом Журавлев. В 1885 году в Утевке началось строительство каменного храма в честь Святой Троицы. Церковь возводилась по чертежам Григория. Все фрески были написаны по его эскизам, а купол диаметром в 10 метров художник расписал самостоятельно. Работа заняла много времени и была окончена лишь в 1892 году. За 7 лет ежедневного труда здоровье Григория сильно ухудшилось, пострадало зрение и сильно стерлись передние зубы. После этого все вообще думали, что он умрет. Что он настолько пострадал физически, когда его на высоту 25 метров поднимали каждый день. Художник дожил до 1916 года и умер в возрасте 57 лет от скоротечной чахотки. Его похоронили при храме Святой Троицы. В 1934 году, в разгар борьбы большевиков с религией и церковью, его могилу сравняли с землей. У храма разрушили колокольню, уничтожили фрески и устроили зернохранилище. Иконы отвезли на колхозную пасеку. Пчеловоду велели пустить их на улья, но делать этого он не стал. Понимая истинную ценность икон и зная их историю, он тайно раздал их жителям села. Утевская церковь начала работать вновь лишь в 1989 году. Тогда местные жители и коллекционеры из других городов вернули в храм сохранившиеся иконы Григория Журавлева. Отыскались и несколько портретов, которые художник писал для односельчан. Сегодня его работы можно найти по всей России. Их можно увидеть в Епархиальном церковно-историческом музее, в Самарском областном историко-краеведческом музее, в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии и даже в Эрмитаже. Сохранил память об этом удивительном человеке самарский краевед, писатель, доктор технических наук и уроженец Утевки Александр Малиновский.
Александру удалось найти неизвестные иконы, написать книгу и собрать уникальный музей, посвященный Григорию Журавлеву в родном селе. Своим интересом к художнику он заражал окружающих. Я работала в школе очень долго, филологом, преподавала мировую художественную культуру. И к нам приезжал Александр Станиславович Малиновский. Он привез фотографию Утёсской Мадонны. И это было потрясение, мы все смотрели, нам было это очень интересно. Утёсская Мадонна – не каноническая икона. В своей книге Александр Малиновский пишет: «На иконе небольшого формата изображена крестьянка в белом платке с младенцем на руках. Лицо простое, типично заволжское. Большие темные глаза, на губах чуть наметившаяся улыбка. Нет ни тени церковности, но все же она воспринимается как икона. Насколько я понимаю, на Руси иконы не придумывались иконописцами, они являлись миру. Эта икона Григорию Журавлеву явилась, это чувствуется». По легенде, на ней изображена возлюбленная художника, девушка, жившая с ним по соседству, Екатерина Грачева. К сожалению, судьба этой работы неизвестна. Долгие годы она хранилась в Утёвке, но в 90-е годы была продана владельцами в частную коллекцию, и сегодня можно увидеть только ее черно-белый снимок. У нас бывает гораздо меньше трудностей, и мы уже так, настроение падает, говорим: нет, ничего хорошего не произойдет, у меня не получится. А Григорий, вопреки всему, идет. То есть вот при любой возможности он пользуется тем случаем, который ему выпадает. Он очень внимателен в жизни. Это очень умный человек. Очень тонкий, чувствительный и очень трудолюбивый. На этом наш рассказ подошел к концу. Впереди нас ждет еще много интересных для посещения мест и вдохновляющих историй о людях, прославивших наш регион.